Я уже провакцинировалась. Уже вот? Уже сделали две, да? А как себя чувствуете? Отлично. Нет, боюсь умереть от последствий. У меня двое детей, кому я их оставлю? Мужу? А муж не справится с этим. Пишут, да, умирают и молодые, и старые, потому что у кого-то есть хронические заболевания, дает сразу осложнение. Спасибо. А это не проверено, я не буду делать. Мы 12 апреля записались. Через полтора месяца позвонили, пошла его кого-то. На первую, да. А вторая вот будет. А муж две прививки сделал нормально. Прекрасно. Я уже дурдом вообще. Еле прорвался. Такого дурдома я еще не видел, если честно. Жалко, не было камеры, чтобы заснять весь этот беспредел, который там творится. Как, кстати, почувствовали после этого? Никаких проблем, ничего не было. Я вот первую, как ты говорю, пришла без очереди, без записи. Свободно провакцинировалась. Вот теперь 18 числа. Пенюгина Ирина Николаевна. Это было реально, когда вакцины было недостаточно поставки, да, город на ушах стоял. Все хотели, все прям записывались по 300 человек в день. А потом вот сейчас, когда уже ее валом, можно сказать, приходите вакцинироваться. Нет. А почему? Думаю. Уже сделал. Организацию собрались и сделали. Я нет. Потому что я как бы молодой, думаю, не надо это. Да, обязательно. А знаете, что вот есть электронная запись? Нет, я это не знаю. Меня дочь привезет из Питера мой полис. Я думаю, что с полисом я обращусь в поликлинику. Лечу в Канаду, не знаю, пустят меня с этой прививкой или нет, но меня это не волнует. Потому что это я доверяю больше. Чем каким? А чем там? AstraZeneca они там колют и Pfizer. Там, слава богу, им... Уже. Уже две сделали? Да. Как себя чувствуете? Единственное, что не хочется сейчас идти в первых рядах, потому что там очередь.